Ой, ну не знаю, что сегодня заказать. Вот я думаю, может быть, этот кекс на пляже или колада пину. Вот что посоветуешь сегодня мне выпить? Я вот чисто. Мне бармен мохито с огурцом, но без огурца, если можно. А тебе я кровавую эту Катюху посоветую. Есть кровавая Мэри и кровавая Катюха, два новых коктейля у нас в баре. Бармены, пожалуйста, давайте быстренько. Давайте, давайте, мы же не зря пришли какой-то тусить в ваш бар, поэтому давайте, развлекайте. Наконец-то у нас в городе все спокойно и хорошо. Давай, Катюха, жахнем тогда. Давай. Да, Давай, а подожди, за хорошую жизнь. за хорошую жизнь, за кусочек-то будет, за кусок, Кость, ты самое главное забыл, давай, празднуем сегодня, так, ага, Кать, главное Мне вы... не дал! Самое главное, сначала выпиваешь и потом резко закусываешь, вот так вот, смотри. И потом так, опа, а ну давай ты. Ну, я так не смогу, подожди, так, сейчас выпиваем и заку... Давай. А я не могу даже закусить, потому что у меня медлительность и сопротивление. Кошмар, что ты мне налил, а? Она же кекс на пляже просила. Ай, Костя, ладно. Так, я предлагаю, хорошо посидели, но надо и меру знать. Так, сколько у нас тогда получается? Все по два изумруда, ну тогда... О, тебе два и тебе два. И проставляюсь всем, кто здесь есть. Каждому по напитку, я сегодня щедрый. Ты не Давай. транжирь деньги-то, мы их только недавно себе вернули честным путем. А честным путем-то деньги вернули, вернули. Здорово, здорово, злой Жорик, тебе тоже на зарплату. Ну, как бы, Жорик здесь тоже заработает, получается. Вот. Ну, ты сегодня прям щедрый. А ты за меня-то заплатил за кекс на пляже? За кекс на пляже я заплатил, это, конечно, хорошо. Все, пошли тогда домой. Сейчас изумруды вы, вот это... Выложим в сундук и пойдем отдыхать. В джакузьку, допустим, нашу пойдем. Пока вот Ой, эти... наконец-то. Новые наркоманы Петровича же до сих пор трудятся, смотри. Рыбу ловят. Мне просто даже интересно подойти и вот это спросить у них. Вот ты, Андре, чё, вот чё самое редкое словил? Вот это выброси мне, пожалуйста, прямо сейчас. О, книга. Ой, еще. Еще таки, еще, да, и удочка, еще три удочки, еще седло, седло, еще два седла, подожди, у него... Тихо. Подожди, отдача два. А у тебя что? Подожди, у меня две книги. Чародейская книга «Тигун 3» и «Тройной выстрел. Прочность 3». А ты, мистер Овервотчера, ну, хотя бы одну книжку добыла, ну давай на бочку. Смотри, да, книг... Да как? Еще одну книгу, еще одну удочку, еще одну удочку, еще один лук. Господи, мать моя женщина, так, подожди. Эффективность 4, острота 3, а где упорство, упорность 3? У меня везучий рыбак 2, удочка. Я вам по секрету скажу, главное, старым наркоманам Петровичем не горите, вы намного полезнее, чем они. Они всем, чем занимаются, это просто бухают у себя в баре. А вы хотя бы делами занимайтесь, держите, вот оплата каждому по одному изумруду. Все, пошли, Катя, выложим это все в сундуки. Давайте, продолжайте дальше заниматься полезными делами для города. А мы пойдем чилить, Катя, отдыхать пойдем. Пошли. Да, только сначала реально надо все это вытащить, а то у меня уже карманы вниз падают. А у нас тут пополнение. И еще один стак изумрудов сюда. Потом еще один стак изумрудов сюда. И потом еще один стак вот сюда. Скоро вообще места уже даже здесь в сундуках хватать не будет. Ну это классическая моя ситуация. Я должна была так сделать. Так, куда складывать? Складывай вот сюда, там, где изумруд нарисован, туда и складывай. Ага, вас понял. Так. Так. Чё они ходят-то? Чё им надо-то здесь? Это чё, проходной двор, что ли? То один забежал, то другой забежал, то третий. Ксюха, ты чё тут забыла-то, а? Так, я что-то не поняла. А кто-то разрешал вообще на склад заходить? Ты посмотри, она алмазный шлем стараторила. Ну это уже ни в какие рамки, а я не понял. А мы что, разве им не сказали, что сюда заходить нельзя? Это частная территория, собственность. Ты смотри, он фиолетовый краситель у тебя взял! Ну иди сюда, верни! Эй, этот мистер Овервотч убежал. С моим фиолетовым красителем убежал просто. Это сейчас, что было сейчас вообще? Так, они походу за... Да, ты, ёперный, я сейчас пересобачу вас, если вы тут новый наркоман Петрович, ты знаешь, что у нас проходной двор, ты смотри.
Она через дом наш зашла. Сначала в дом зашла и потом спустилась на склад. Это как называется? Еще и латы, смотри, латы. Перехвалили. А вот так потом мы не будем на сервере здесь. Кто-то вот латы какой-то придет, зайдет случайно вот в этот сундук, увидит фиговую тучу изумрудов и один стак незаметно вот так захомячит. И мы даже этого не заметим. Слушай, ну это уже какой-то круговорот изумрудов в природе получается. Мы их только вернули. Сначала я их у тебя украл, а потом ты у меня их украл, потом у нас их украли. И что потом? Потом ты у меня украла, а наркоманы Петровича украли, и мы у наркомана Петровича украли. Там запутанная ситуация. Слушай, ну я тебе предлагаю одно. Подойди сюда ближе, чтобы вот этот партизан Петрович... Смотри! Партизан Петрович, смотри, шпионит за нами там! Подойди сюда, подойди вот сюда ближе. Вот зайдем вот сюда. Короче, так, давай спрячемся. Я тебе предлагаю все наши самые ценные вещи куда-то спрятать в другое место. То есть они заходят сюда на склад, берут какие-то вещи для построек. Но изумруды, алмазы и все это остальное мы куда-то спрячем, а? Да, слушай, я даже знаю, куда мы их спрячем. В этот вот бункер, где мы их с тобой первый раз встретили, где мы их там с тобой оставляли, вот туда спрячем, ага? Да бункер — это заезженная тема, да все уже знают про этот бункер. Слушай, ну вот, где должны храниться деньги? Вот, ответь на... Под землей. Да почему под землей, Кать? Да потому что мы закопаем их туда, и все, они даже знать не знают, что они у нас под землей лежат. Самое лучшее место, я всегда все деньги под землей храню. А вот я храню в банке, понимаешь? Из-под огурцов соленых? Нет, не в банке с под огурцом, а ну в банке, где деньги хранятся. А банк-то, надеюсь, под землей будет? Обычный человеческий банк у нас будет в городе. Мы туда притащим и... У тебя чё, уши лопало, свисаю? Ты чё тут подслушиваешь? Партизан ёперный кокос! Я сначала испугалась. Надеюсь, он ничего не слышал, у нас же тут шумоизоляция хорошая. Ну я тоже ничего не слышал. Банк. Строим банк, все ценные ресурсы перетаскиваем туда, ставим на охрану 10 злых жориков, Маринку. Маринка у нас будет глава банка, и никто в этот банк даже не зайдет. Ну ты голова, конечно. Я бы до такого не додумалась. Так, ну все, тогда пошли строить, только им об этом не скажем, это будет секретная информация. А хотя погоди. А как мы построим без них, а? Ну нам же их помощь нужна будет. Ну так они сейчас нам помогут, а уже после этого в банк зайти не смогут. Вот и все, поэтому новые наркоманы Петровичи и старые наркоманы Петровичи, все стягиваемся в центр и идем, тащим мне ресурсы. Кварц, шмарт, силовые бревна, доски, мамину маму и все остальное. И потом встречаемся возле сральника. Вот туда потом и побежите, ага. О, и вот эти тоже подоспели. Я думала, вы там без памятства уже валяетесь, ага. Сейчас будем строить никакой настойки банана. Банан, сегодня сухой день, ага. За ресурсами встречаемся возле этого, возле сральника. Все, пошли туда. Все, побежали. Крокозябры глухонемые, идите ресурсы берите! Я ж говорю, все уже, как бы потеряно. Слушай, может, все же их надо было с команды выгнать? Что-то они меня бесят. Ладно. Не-не-не-не-не, пусть остаются. Пошли. Я это один вижу. С мистера Крипера ржешь? Да. Да. Вы, главное, назад не оборачивайтесь, там шизанутый на всю голову в блоке застрял. Ладно, что я вам сказать-то хочу? Вас здесь обосраться как много, и это хорошо. Я хочу, чтобы через 2 минуты всей этой горы, которая здесь находится, чтобы ее не было. Всем все понятно? Ну тогда жопу в руки и давай, погнали! А ты чё жопу просиживаешь? Может, тоже пойдешь, поможешь им? А, в смысле, я думала, мы с тобой тут вдвоем прорабы, и наконец-то наш уровень дорос до того, что мы можем делегировать обязанности. Стоять и ничего иди не делать. Иди сноси гору. Ну нет, ну давай я тут постою. Иди гору сноси! Ты чё, самая лысая здесь, что ли? Мистер Крипер сейчас взорвет нашу карту! Извините, извините. Вот зачем ты меня столкнул, а? Вот зачем ты меня столкнул? Ну, молодцы, молодцы, все молодцы, все, кто здесь находится, все молодцы, кроме банана.
Но только проблема у нас есть одна небольшая. Я просил расчистить место для одного банка, а вы расчистили место для 3 космодромов. Здесь реально, здесь аэропорт можно построить, а не то, что банк. Так, ладно, ресурсы, которые я вам сказал сгонять и взять в наш склад, выбрасывайте прямо сейчас на бочку. Давайте. А ты все это, Катя, поднимай свой инвентарь, давай. Подожди, дай побегать, а столько пространства, столько свободы. Так, где кого что поднимать? Да вы угораете, что ли, а? У меня столько места в инвентаре нет. Все, я больше не могу. А вот это все мне. Короче, я начну строить, а вы дальше продолжите. Главное, смотрите, и главное, запоминайте. Ты мне, Кать, скажи, пожалуйста, где у нас вход в банк будет? Где-то вот здесь, да, наверное? Вот так. И северо-южной стороны, я думаю. Вот, какой северо-южной, подожди. Раз, два, три, сюда. Раз, два, три, сюда. Банк у нас должен быть огромным. Раз, два, три, сюда. И раз, два, три, сюда. Все! Дальше все делаете вы. У кого есть вот эти вот кварцевые колонны, пиндухайте свою строкостанцию на вот эти вот блоки и простраивайтесь 9 блоков вверх. Все, давай, погнали. Че, одна Катя не жопа ленивая? Я говорю, идите стройте. Кать! Чего? Я все сделала, вот одну колонну построила. Бесполезные, бесполезные просто. Че они какую-то фигню делают? Уйдите отсюда, пока я вас всех не забанил. Честное слово, сдрысните просто с глаз. Ага. Ой, Кать, придется все самому делать, как всегда. Ай, пипец, сейчас я перепрыгну и сломаю это все. 1, 2, 3, 4, 5. Повторяй за мной. А вот этот вот свободненький тоже надо? Да. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. И потом. Давай, делай так же. Так, ну это уже сложно, подожди. А вы, что вы сейчас будете делать? У тех, у кого есть стекла, идите и застраивайте там деловые доски, ставьте стекла. Вот там внутри, давай, потопали. Ой, ну красота, красота-то какая получается. А тебе, Кать, не кажется? Опа, транспортная компания. Тут транспортная компания, Кать. Так, я с транспортной компанией больше не имею вообще желания разговаривать, не иметь каких-то связей общих. Ну как тебе, как получается, ты скажи? Ну получается прям по-банковски, по-серьезному так прям. Не расслабляйтесь, не расслабляйтесь, вы же видите, какая постройка огромная, так что сейчас еще нужна будет ваша помощь. Так, Катя, иди сюда, сначала мы с тобой здесь построим все. Ой, так много людей, что тебя потеряло, ты где? Повторяйте за мной с другой стороны. Вот так. По 3 полублока, Хэрэй, давай, заполнял. Малек, ну ты же уже накосячил, ну ты смотри, что ты делаешь. Вот так, заполняйте, заполняйте. Всем остальным, кому я раздал андезит, заполняйте вот эту вот дырочку андезитом. Давайте, прямо сейчас. Мистер Овервотчер, Ксюха, давайте. Работаем. А почему мне дырочку не дали заполнять? А зачем тебе дырочку? Ты стой там и прохлаждайся, ну отдохнешь. Спасибо, блин. И там дырочку, да, тоже дырочку с другой стороны заполняйте. Так, Малек, ты что-то косячишь сегодня, я тебе честно скажу. Все, Хрейт, вот так, молодец. И, в принципе, мать моя женщина, если спуститься, главное не умереть и посмотреть со стороны, какой у нас огроменный банк получился, Кать. Это обосраться, честно тебе скажу. Да я вижу, я уже вышла на улицу и смотрю на это все. Вот туда, вот там дырочку закройте, вот там дырочку, вот там, где дырочка осталась, вот там закройте. Вот там, Хэрэй, там дырочка. В дырочку, вот дырочка. Что вы дырочку там найти не можете? Господи. Так, ну ты выше, ставь блок. Нет, левее. Левее надо, вот, направо, посерединке теперь. Ну, Б, чтобы получилось букву. Это не Б, ну выше. Да. Не нуди там над духом, я умею букву Б строить. Вот, все, буква Б. Сейчас, подожди. Вот так снесем, прыгаем вот туда. Ну, и в принципе, все.
Так, ну внутренности мы с тобой потом достроим. А главное, оболочка, как говорится. Ну, неплохой такой банк получился. Да, я, конечно, рассчитывал то, что он в раза три меньше будет, но получился прям гигантским. А внутри, а ты внутрь зайди, посмотри, сколько здесь внутри будет места, господи! Нет, конечно, мы это все потом еще достроим, чтобы здесь красиво было, но зайдите все внутрь. Здесь вы сюда будете приходить и кредиты у нас брать 50% на изумруды. Ага, ты представь, сколько мы здесь с тобой изумруду сможем разложить. Ну, именно для этого мы его и строим. Так, ладно, оставайтесь все здесь, я Катю на минуту от вас уведу. Все, на улицу не выходите. Внутрь зайди туда, малек. А ты, Кать, подойди сюда. Короче, нам надо решать что-то с новыми наркоманами, Петровичами. Потому что это жопа на самом деле. Ты видишь, сколько народу на сервере? У меня сейчас сервер взорвется. Мне кажется, что если мы старых наркоманов Петровичей вернули, а новые нам хорошо помогли это все построить, может, мы новых это... Ну, это, отсюда, а? Да чё париться-то, да нормально подойдем, сейчас скажем, ребята, спасибо, вы там посодействовали, троллинг мы с вами сделали, проучили, и все, как бы они, ну да, им надо домой уже идти, все, пока. Ну, тем более подписчики в комментариях всегда писали, что, мол, старых верните, новых уберите, поэтому, да, давай, короче, ты тогда сейчас делаешь, зайдешь и такая грозная скажешь, чтобы, ну, без вот этих всех соплей и нюней, хорошо? Да все, как скажешь, давай. Подписчики написали, так мы так и сделаем, так. Значит так, старые наркоманы Петровичи направо, новые наркоманы Петровичи налево, чтобы я вас это не путала, а то я это забыла вас всех. Ага, так, это вроде, ага, Андрей, любимчик. Ага, угу. Ага, так, всё. Ну вы-то, ребята, как бы понятно с вами все. А вы, ну, это, вещички свои собираем, и в принципе, ну все. До свидания, прощаемся, спасибо там за помощь, вот вам на память кварцевая колонна. Ну, это не мы решили, это подписчики в комментах писали, что, мол, ну, слишком много новеньких, поэтому вы извините, там, каждому по морковке, там, хорошего вам отдыха. Да, мне вот, например, написали: Катя, старые друзья, нет, как там правильно говорится, старый друг лучше 100 новых друзей, как поговорка? Не скручите эту дуримонду, просто берите... Со сервера выходите, да, вообще встреч новых как бы не будет, поэтому давайте. Ага, спасибо всем за помощь. Ага. Как ну, обычно. Никогда не поздно выгнать старых и опять нанять новых. Поэтому вы смотрите, вы тут стройте, а не ходите и фигней занимайтесь. Ага, пошли, Кать, мне кажется, нам тоже можно немножко отдохнуть.